Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и в этом видео у нас покупочки из FixPrice. Пошла за одноразовыми пеленками для своего питомца. В итоге вышла с целым пакетом, а пеленки не купила. Вот закон подлости такой. Поэтому придется идти еще раз. Надеюсь, выйду только с пеленкой. Бумажное полотенце, два слоя. Это плюш. Я всегда, в принципе, покупаю туалетную бумагу и вот такие вот бумажные полотенца в FixPrice, потому что мне кажется, что это выгоднее всего. И вот такие вот большие рулоны, их на дольше хватает. Цена у него была 79 рублей. В некоторых ценах, которые я буду называть, могу ошибаться, потому что чек я не взяла. У нас их предлагают, но я всегда отказываюсь, так как я поняла, какая-то проблема у них либо с бумагой, либо с чеками. Взяла вот такой мешок. Коробочку не сохранила, потому что положила на стол, и у меня там из чайника протекла вода. Коробочка у меня вся сырая, я не стала ее показывать, не в очень хорошем она состоянии. Взяла попробовать вот такой вот мешок для теста. Я планирую попробовать здесь замесить тесто для хлебушка. Хочу испечь луковый хлеб. И хочу попробовать именно замесить здесь. Но я изначально, я посмотрела на упаковке. На упаковке сюда, здесь смешиваются все ингредиенты вместе с водой. Изначально замешиваются здесь. Но я хочу сначала ингредиенты замесить на миске, а потом сюда переложить. И уже, чтобы не липло ничего, ничего не пачкать, попробовать замесить. Не знаю, как будет. Если вы пробовали такие мешочки, обязательно напишите свой отзыв, очень интересно почитать, может быть, есть какие-то здесь недостатки, может, нужно как-то его применять по-особенному, не так, как написано, кто уже прошел, обязательно пишите свой отзыв. Цена была 149 рублей. Дочке взяла вот такой вот блокнот, не устояла, 249 рублей, 250 рублей вот его цена. И здесь косичка вот так и делается, можно в принципе расплести и заплести что-то другое, но дочка пока не сделала. Листы здесь нормальные, синяя клетка, уже что-то порисовали. Дочка, в принципе, обрадовалась. Блокнотик довольно-таки хорошего качества. 249 рублей, в принципе, для канцелярии это... Ну, по нынешним ценам это недорого. Вот так вот я скажу. Можно, конечно, купить дешевле, но не будет вот такой красивой обложки. А девочки любят, когда все такое красивое, красивые такие обложки. Простите, пошуршу немножко, потому что боюсь, что у меня сейчас свалится все отсюда. Тоже плюш или плюш? Плюш, наверное. Плюш. Плюш. Беру всегда вот такие вот салфетки. Они у меня стоят на кухонном столе. Также в ванной комнате они у меня стоят. Я, бывает, иногда вытираю лицо, когда у меня есть какие-то проблемы на лице. Цена 99 рублей. Раньше можно было купить за 55 рублей или за 79 рублей. Могу ошибаться. Но все подорожало. Здесь 260, наверное. 230 штук. Можно купить, конечно, подешевле рублей за 79 в магните, но там будет 100 их штук. То есть, ну, количество будет намного меньше, но дешевле. Поэтому смысла нету. Я купила там и всегда покупаю. Их хватает на очень долго. Они у нас долго стоят, поэтому нормально. Два освежителя взяла, были по акции за 127 рублей, когда есть карта. Дореми называется, лимон ароматизатор и белый чай. Не знаю, белый чай как пахнет. Ну, в принципе, нормально. Я такие подбираю, у меня в ванной комнате стоит, и поэтому мы особо их не вдыхаем. Ой, лимончик вообще здорово пахнет, я люблю цитрус. Лимончик больше понравился, белый чай не очень. Ну, в принципе, использую, ничего страшного. Взяла белизну. Честно, не помню, сколько она стоит, но пускай будет 99 рублей. Возможно, стоила 79 рублей. Здесь 1 литр. Я уже постирала с ним свои белые кроссовки, которые заказывала в Faberlic, в стиральной машине на деликатном режиме.
Кроссовки, шнурки идеально белые стали. Пены было, целая машина. Я даже зашла, кроссовок вообще не видно было в стиральной машине, вот в это окошечко на дверце. Вот, поэтому и использовала стиральную машину, добавляла к белым вещам. Вещи были тоже очень довольно-таки белые, очень дешевое средство. Вещи не испортил, это огромный плюс. Хватит тоже на очень долго. Я довольна этим средством, буду покупать обязательно еще, когда закончится. И второе средство взяла 750 мл, это санитол для ванны. Эффективно очищает, устраняет запахи. Эмаль, акрил, легко чистит и защищает поверхности. Аромат у него очень приятный, пахнет, мне показалось, что какими-то цветочками, но не прям такими. Да, очень приятно пахнет. Сладковатый такой, но я бы не сказала, что он, я не люблю, когда такие средства пахнут очень химозно, когда даже нос закладывает, выбегаешь из ванны, это не очень хорошо. А здесь мне аромат очень понравился, с огромным удовольствием тоже воспользуюсь, и уже в пустых баночках химии я вам расскажу, понравился он мне или нет. И остались покупки, я решила немножко обновить на кухне все свои лопатки, кисточки и так далее. И поэтому прикупила фикс прайсе себе. Взяла вот такую вот хваталку. Щипцы называются. Хваталка. Щипцы-хваталка. Вот. Взяла, очень бывает иногда, очень полезная вещь, бывает курицу достать из супа, мясо любое очень легко достается, когда вы варите, чтобы разобрать, остыло немножко. Я бывает летом жарю перцы целиковые полностью для того, чтобы потом мариновать их. Есть, кстати, такой рецепт, я брала «Кухня наизнанку», называется канал. Супер классная женщина, вообще. Мне вот все, что я не пробовала в ионных рецептах, именно заготовки на зиму, все рецепты получились вообще идеальные. Все гости, кто пробует, все в восторге. Мы сами с огромным удовольствием съедаем все эти заготовки. Очень-очень вкусно, поэтому советую. Это, кстати, какая реклама у меня подписчиков, раз-два я обчелся. Я просто советую тем людям, которые действительно занимаются, готовят, ищут какие-то рецепты, обратить внимание именно на этот канал, потому что рецепты очень классные. Вот, поэтому себе взяла нужную вещь. У меня была какая-то из фикс-прайса старая, но я ее выкинула, она вообще бесполезна. Покупала очень давно в фикс-прайсе, но... Работает она так себе, это работает намного лучше. Так, взяла две лопатки по 59 рублей, розовую и голубую. Очень, кстати, удобно. Розовая уже воспользовалась, она очень такая острая, очень удобно ей что-то поддевать. Она потому что очень тоненькая именно в этом месте, сильно я бы не сказала, что гнется. Но, в принципе, удобные лопатки. С огромным удовольствием воспользуюсь, как они у меня темнеют или еще что-то. Я избавляюсь от них, не люблю, когда на кухне открываешь, и там вот такие вот старые какие-нибудь лопатки давнишние лежат. Ну, по крайней мере, я стараюсь их обновлять иногда. Иногда. Еще вот такую малышку купила. Это я купила для... Бывает, что-нибудь замешиваю, иногда лопаткой нужно перемешать, маленькой какой-нибудь. И вот такую кисточку взяла. Тоже решила обновить кисточку. Тоже цена была вроде бы как 59 рублей. Очень удобная, нормальная кисточка обычная. Вот такую лопатку взяла. Я не скажу, что она мне прям сильно нужна была, но я посмотрела, вот тут вот очень... тоненько, мне кажется, очень удобно будет поддевать, когда пиццу готовишь. Я, бывает, на сковородке пиццу делаю, переворачивать. А сковородка у меня большая, 28 сантиметров. Поэтому получается, что маленькими лопатками неудобно, а этой будет удобно. И, мне кажется, блины будет очень удобно подцеплять и переворачивать. Взяла вот такую вот лопатку-нож.
Пробовала уже резать пиццу, две штуки разрезала, две пиццы. У меня тесто очень тонкое, поэтому режет очень хорошо. Мне очень понравилось, лучше, чем обычным ножом. Обычным ножом она немножко съезжается, пицца, сверху сыр немножко этот, а здесь вообще все прекрасно. Поэтому советую, по-моему, цена была 99 рублей. И взяла вот такие ножницы, вроде бы тоже 99 рублей. Тоже ими уже стригла, так, бумагу какую-то, где-то упаковку какую-то разрезала. В принципе, неплохие за такую цену, очень даже, почему бы и нет. И взяла вот такую вот формочку для кекса. Я в ней уже пекла кекс, мраморный называется кекс. Очень вкусный кекс получился, все пропеклось. Формочка не поменяла ни цвет, ни форму, никаких желтых пятен, ничего не появилось. А вот эти вот тоже очень удобные. Ручки, за них можно держаться и доставать, но понятно, что они горячие, как бы, вот, но в принципе довольно-таки нормально. Цена была рублей 149, наверное, я ее взяла. Можно, думаю, даже буханочку хлеба испечь, почему бы и нет. Я, кстати, планирую в ней испечь какой-нибудь хлебушек в дальнейшем. Возможно, сниму во влоге, когда буду испечь хлеб, и посмотрим, что получится. На этом мое видео подошло к концу. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. У меня в основном такие видео и выходят. Покупки фикс прайс, фитокосметика, озон, еще что-нибудь. Если вам интересно видео такого формата, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте, так как я от ваших комментариев очень много получаю, бывают очень дельные советы даете, что покупать, что, на что не надо обращать внимание, такое тоже очень бывает. Вот. Всем пока!